Блин, если я не отключу ведь, он мне будет закрывать полэкрана. Добрый день. Меня видно, слышно? Проверка связи. Видно, слышно, да, смотрю, пишите. Да, да, все хорошо. А то опять новая платформа. Угу. И все вот так как бы и есть. Уважаемые товарищи, участники вебинара, пожалуйста, пишите вопросы на вкладке. Вот вверху, видите, там такой какой-то вопрос есть, потому что что-то тут какие-то проблемы, а то вдруг я потом на ваши вопросы не смогу ответить. Поэтому будьте добры, вот актуальные вопросы в вопросах пишите. Не пишите в чате, я весь чат потом не просмотрю. Угу. Ну все, начинаем работу. Сегодняшний вебинар – это продолжение вебинара, который я проводила в январе. Система средств подготовки. Себя бы уменьшить, да? Система средств подготовки к единому государственному экзамену, письменная часть новых УМКС English 10, English 11, издательство «Просвещение». А сначала хочу вас познакомить с информационным письмом издательства «Просвещение», потому что к нам поступает много вопросов об использовании вот этих новых учебников 10-11 класса. Вот письмо вы видите, я вам еще его зачитаю. Посмотрите, пожалуйста, ну, может быть, там получше у вас видно, у меня маленький экран, я вас листочка. Уважаемые коллеги, информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации номер 870 от 18 июня 2016 года об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования, издательство «Просвещение» получило положительные экспертные заключения по результатам научной, педагогической и общественной экспертиз, завершенной предметной линии учебников, включая печатную и электронную форму учебников. На английский язык 10 класса авторов Кузовлев, Лаврентович и другие, и на английский язык 11 класса авторов Кузовлев, Лаврентович и другие. Положительные экспертные заключения и полный пакет документов и материалов в соответствии с приказами были направлены издательством Министерства образования и науки Российской Федерации, принято министерством, установлены приказами срок до 15 января 2017 года. В соответствии с приказами Минобрнауки от номер 870 от 18 июня материалы рассматриваются научно-методическим советом до 1 марта года формирования федерального перечня учебников. Минобрнауки включает учебники федеральный перечень учебников до 15 марта года формирования федерального перечня учебников. Издательство «Просвещение» включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.16 за номером 699, зарегистрированным в Минюсте России под таким соответствующим номером. В соответствии с федеральным законом 273 об образовании в Российской Федерации, учебные пособия, включая пособия для дошкольных образовательных организаций, могут приобретаться за счет бюджетных средств, что вот как раз самое главное. Поэтому учебные пособия, английский язык 10 класс, английский язык 11 класс, автор Владимир Петрович Кузлев и другие, планируются к выходу в свет к началу учебного года, даже, наверное, начнут печатать в апреле. Бюджетные заказы можно направлять в издательство Галине Владимировне Трофимовой по адресу. Посмотрите, там адрес вот виден таким буквами. И письмо будет размещено на сайте издательства «Просвещение». И розничные предзаказы доступны через компанию «Абрис», тоже там вот сайт написан. А главный редактор – Котляр. То есть, если вдруг перечень, что-то там задерживается, потому что какие-то сведения есть, что перечень могут не выпустить, то все равно вы можете заказывать вот эти учебники 10-11 класса, их можно заказывать в соответствии с вот этим информационным письмом за счет бюджетных средств, все можно заказывать, и, ну, как бы, потому что уже обновлять свой фонд, да, там и заниматься вот по новым учебникам. То есть проблем уже быть не должно. То есть на новые учебники переходим. Ну, потом презентацию скачайте, побольше вот это письмо посмотрите, рассылку мы сделаем, и на сайте будет размещено, поэтому увидите и посмотрите. Ну и возвращаемся к нашим барашкам. Возвращаю первый слайд. Будем говорить о системе средств подготовки к единому государственному экзамену. А хочу немножечко напомнить,
вам, что подготовка, да, как уже я говорила на предыдущем вебинаре, подготовка к ЕГЭ, к единому государственному экзамену, не должна превращаться в самоцель, а должна быть органично встроена в процесс достижения образовательных результатов, в процесс обучения четырем видам речевой деятельности. Нельзя сводить весь процесс обучения к выполнению заданий в форматах единого государственного экзамена или основного государственного экзамена, то есть к натаскиванию. Потому что предыдущий вот вебинар, который Наталья Михайловна проводила, некоторые в чате как бы писали, а может быть это как пособие, то есть Наталья Михайловна тоже говорила об устной части, о подготовке к устной части. И видно, некоторые наши коллеги не могли разобраться, не поняли, что это учебник. И у нас был вебинар, посвященный как бы общему обзору в конце декабря предыдущего года, где вы можете опять вернуться и посмотреть, найти на сайте, посмотреть. То есть общий обзор учебников 10-11 класса, то есть это учебник, учебно-методический комплекс. То есть я вам еще раз напоминаю, просто я говорю вам о системе подготовки к государственному экзамену. Но опять же буду делать акценты, то есть обращайте внимание, то есть это полноценный, естественно, учебник. И он, это не одна подготовка, то есть это не сборник контрольных заданий, и не одни тут контрольные задания, а именно он нацелен на достижение образовательных результатов, на обучение четырем видам речевой деятельности, потому что натаскать можно. И мы знаем случаи, что учащиеся поступают, сдают там чуть ли не на 100 баллов, даже не то, что там какие-то мухлевания или что-то, а действительно сдают реально там на 90 баллов, потому что натаскиваются так вот на эти 90-100 баллов. А учиться потом в институте не могут, потому что у них нет неразвитые ни умения, нет вот этих навыков учения, обучения, знаний таких нет. То есть они именно экзамен сдали и отлично. А потом после первого курса они уже уходят из института, потому что они не могут учиться. Поэтому подготовка к ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, но если она встроена в процесс обучения, то это, конечно, гораздо лучше. А встраивать вам, как бы не вам, чтобы вы его встраивали, а мы постарались, чтобы это все было встроено. И вот вы сегодня увидите как бы еще один вебинар, третий уже, который покажет вам, как это все работает. Напоминаю, что средства подготовки представлены у нас как бы в двух таких больших группах. Это специальные, вот я вам сейчас крайне показываю, да, как бы тот, который справа. Это раздел Test Yourself, напоминаю, в учебнике, раздел Exam Preparation в рабочей тетради, где полноценные тестовые задания. Упражнение со специальным знаком, галочкой такой, то есть упражнение в тестовых форматах. Сборник контрольных заданий, пособий для подготовки к единому государственному экзамену, в котором представлена как раз именно контрольная работа, контролирующая достижения учащихся в соответствии с тем, что было пройдено в цикле, или в уроке, или в полугодии и так далее. Ну, посмотрите сегодня. И не специальные средства, то есть обучающие упражнения, которые находятся в учебнике, в рабочей тетради, в книге для чтения, то есть в полном комплексе, учебно-методическом комплексе. Раздел Test Yourself, напоминаю, находится в учебнике. Раздел Exam Preparation находится в рабочей тетради. Сборник контрольных заданий представляет собой отдельное пособие, которое совмещает два класса, 10 и 11 класс, в котором находится в этом пособии, вы увидите 6 полноценных вот, контрольных измерительных материалов. То есть первое полугодие 10 класса, второе полугодие 10 класса, итоговая работа годовая за 10 класс, первое полугодие 11 класса, а второе полугодие 11 класса и годовая за 11 класс. Опять же напоминаю вам, который был предыдущий вебинар, посмотрите, разделы, корреляция разделов Test Yourself, который находится в учебнике, и раздел Exam Preparation, который находится в рабочей тетради. Хочу вам напомнить, что, естественно, эти разделы, они не могут, в разделе вы не увидите полную контрольную работу, в которой представлены полностью все задания по аудированию, три задания по чтению, потому что 3 часа вы не можете уделять после каждого цикла на выполнение контрольной работы. Полноценные контрольные работы в формате ЕГЭ – это вот 6 штук, которые есть после полугодия и годовая, которые вы можете выполнить, у вас получается 6 вот таких как бы полных КИМов, которые можно использовать на уроках, ну и для проверки того, что вы там прошли с учащимися.
А вот здесь обратите внимание, то есть, что я хочу показать этой таблице, что форматы экзаменов, форматы заданий, экзаменационных заданий, проверочных заданий, они не совпадают в рабочей тетради и в учебнике. То есть, например, на аудирование, да, если мы посмотрим в учебнике вот во втором цикле, у нас задание на match, соотнесение, а в рабочей тетради задание true, false, not stated. Ну, вы помните форматы, сегодня мы еще их вспомним. А на чтение, например, проверка вот этих структурных связей и полная проверка понимания, multiple choice. То есть разные форматы заданий. Как я уже говорила на предыдущем вебинаре, вы можете составлять индивидуальную контрольную работу для учащихся. Можете полегче сделать, то есть задать задание как бы базового уровня до какого-то учащегося. А для более сильного учащегося вы можете выбрать задание повышенного или даже высокого уровня, именно собрать такой набор, то есть выбрать повышенный уровень, да, высокий уровень, подчеркиваю, видите, вам показываю, опять высокий уровень, эссе высокий уровень, ну и, соответственно, говорение тоже, да, там высокий уровень. А для какого-то учащегося, который вы знаете, что как бы ему свою хоть троечку получить положено, вы возьмете базовый уровень, да, базовый уровень, базовый, повышенный, да, вот, то есть что тут предложено, то есть более легкую контрольную работу. Индивидуальная как бы контрольная работа и процесс индивидуализации у вас будет, и учащиеся, ну и не спишут, и как бы индивидуальная работа для каждого. Вот. Как раз посмотрите, как это представлено. Вот контрольная работа в 11 класс, 7 цикл. То есть в учебнике представлен текст по чтению на понимание структурных смысловых связей. Вы видите. В рабочей тетради вы видите текст на полное понимание прочитанного, формат множественный выбор. А в рабочей тетради, в учебнике у нас текст на письмо предлагается написание письма официального характера. В рабочей тетради предлагается написать письменное высказывание с элементами рассуждения, то есть opinion essay. И напоминаю, что в каждом цикле представлено около 15 заданий в тестовых форматах со значком с определенным, которые включены в ход урока. Что значит включены в ход урока? Урок представляет собой не набор разрозненных упражнений, сложенных там по порядку, здесь чтение, здесь грамматика и так далее, а одно упражнение вытекает из другого. И логически, и используя лексику ту, которая идет, ну, работа над уроком, используя те умения, те грамматические какие-то конструкции повторяющиеся, все это завязано. Конечно, это не начальная школа, то есть там не сценарий урока, но именно урок завязан, одно упражнение вытекает из другого, поэтому обязательно пользуйтесь книгой для учителя, обязательно смотрите, какие задания вы можете заменить на другие задания, выполняйте задания по ходу, то есть по порядку, как они расположены, не перепрыгивая одно задание четвертое вперед, а потом второе доделываем, потому что авторским коллективом все проверено, все выверено, и одно задание именно вытекает из другого. Просто от простого к сложному все идет. Как в цикле, так и в каждом уроке. Вот как бы видите, я вверху вот тут срезала, хвостик торчит. То есть задание на урок, это урок письма. Работа идет над умением написать письмо официального характера. Но в нем, в этом уроке предлагается задание, видите, номер 4. Как раз предлагается учащимся написать эссе. Письменное высказывание с элементами рассуждения. Как раз вот тематика та же. Люди не пишут письма больше, они, им не надо знать правила написания письма. Послать электронные письма быстрее и проще. Согласны вы с этим или нет? То есть из тематики урока вытекает вот это как бы логическое такое возможность рассуждения, и учащиеся именно уже не просто какой-то вот предлагаете им эссе, а выходя из того, что они могут использовать, используя весь вот урок, который, всю информацию урока. И вот хочу вам показать, напомнить, структура цикла урока в 10-11 классе, она вот такая. Более крупными буквами выделены те уроки, на которых сегодня я буду обращать внимание, где мы работаем над развитием умения читать, над развитием умения аудировать и урок развития умения писать, потому что мы будем сегодня говорить с вами о разделах чтения, о разделе аудирования и о разделе письмо в едином государственном экзамене. Поэтому эти уроки представляют как раз наибольший интерес для нас, и мы на них остановимся. Чтение. Начинаем с чтения. Примерная программа среднего полного общего образования предполагает следующие как бы достижения.
чему должен научиться выпускник на базовом уровне? Мы говорим о базовом уровне, потому что учебники нашего авторского коллектива для 10-11 класса предназначены для общеобразовательных учреждений. То есть это базовый уровень. Но, естественно, по ним вы прекрасно можете готовиться к единому государственному экзамену, к заданиям и повышенного, и высокого уровня. Ну вот мы смотрим базовый уровень. Вроде бы, как бы мало. Но если вы вчитаетесь и посмотрите, то получится здесь, что здесь все равно как бы все, потому что научиться читать и понимать простые аутентичные тексты разных стилей. Там, по-моему, вот моя голова закрывает, конечно, программа не очень такая удобная, но потом презентацию посмотрите, там увидите, что я там закрываю. Используя основные виды чтения. Ознакомительное, изучающее, с целью полного понимания, и просмотровое, извлечение конкретной информации. То есть, если понимать аутентичные тексты, да, изучающие используя вид чтения, изучающие с целью полного понимания содержания, то это совершенно немало. То есть здесь просто написано как бы коротко, а на самом деле охват очень широкий. Отделять в простых аутентичных текстах, что значит простой аутентичный текст, различных стилей. Обратите внимание, что стили тоже не просто там какие-то, а различные стили. Главная информация второстепенная, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к прочитанному. Ну, все охватили. И получит возможность научиться читать, понимать простые аутентичные тексты различных стилей, отвечать на ряд уточняющих вопросов. Если вы посмотрите нашу авторскую программу, видите, здесь аж 4 листа я наложила один на другой, вот я сейчас просто их прокомментирую, вы можете просмотреть. Мы все это расшифровали. То есть что значит уметь читать с целью понимания основного содержания? Ну, начинаете, вы видите, посмотрите, читать вслух, с правильной интонацией, адекватным произношением. То есть это что? Это задание первое в устном блоке. Да, ведь это же там же не говорение, а чтение как раз. Умение читать вслух. Как? Да, вот все вот там как бы и смотрим мы. А дальше уметь читать про себя, да, с различной глубиной и точностью проникновения, простые аутентичные тексты разных стилей. А какие же у нас стили? Это вам и научно-популярные тексты, и публицистические, и художественные, и прагматические, и разные типы текстов. И вот все перечислено, как бы, что мы предлагаем, какие тексты будут. Это и автобиографические, биографические очерки, и статьи научно-популярные, и публицистические репортажи, и дневниковые записи, и рассказы, и рекламный характер, и художественные произведения, отрывки из больших художественных произведений, повести, рассказов, пьес, и различные письма, деловые, официальные, личные, и поэтические темы, и путеводители, информационные статьи для журналов, и для туристов, и словарные статьи, и инструкции разного характера, потому что все это как бы может быть и на экзамене, и по жизни, естественно, учащимся нужно достичь понимания, то есть они должны этим всем владеть. Целью понимания основного содержания. Учащиеся должны иметь определенные умения. Это, например, игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию. Я так широко пройдусь, потому что потом будем останавливаться на чем-то. Предвосхищать элементы знакомых грамматических структур, предвосхищать содержание внутри текста. Что значит извлекать конкретную информацию? Это уметь ориентироваться в тексте, то есть обращать внимание на заглавные буквы, на цифры и так далее. Полное понимание, естественно, самый сложный уровень, где мы все равно, и он даже делится еще на два уровня, это понимать содержание на уровне значения, где как раз нужно понимать простые связи, кто, что, когда, и уметь определять в абзаце, например, главное предложение, хронологический порядок сюда же относится в тексте, причинно-следственные связи и так далее. И уметь понимать, да, полное понимание на уровне смысла, то есть замысел понимать, идею текста, не выраженную эксплицитно, замысел автора, отличать факты от мнений и определять свое отношение автора к героям и высказывать свое отношение, естественно, вот это понимание. И развитие, дальнейшее развитие, мы работаем тоже над дальнейшим развитием умений, необходимо для критического осмысления информации, то есть делать выводы из прочитанного и выражать свое мнение по поводу прочитанного. Если вы вспомните программу, примерную программу, то там как раз это все равно все есть, просто более... Вот мы развернули сейчас, да, вроде бы как бы много получилось, а на самом деле просто завуалировано, да, там, ну, просто свернутый вариант, а получается все равно все в примерной программе заложено. То есть вот этот уровень, он
глубокий, большой, и учащиеся должны вот научиться этому всему. И вот мы посмотрим, теперь переходим непосредственно к чтению, к разделу чтения. И мы видим, да, здесь у нас первое задание, задание базового уровня, задание на соотнесение. И два примерчика я вам показываю. Один пример из демоверсии, который вы все знаете. А второй пример я вам показываю из тестовой нашей книги для 10-11 класса, в которой, как я вам поговорила уже, полноценная контрольная работа представлена. То есть в которой представлены три задания на чтение, три задания на аудирование, три задания на лексико-грамматические навыки, два задания на письмо и четыре задания на говорение. Поэтому вот такой, видите, то есть вполне полное соотнесение с демоверсией. То есть такой вот авторский вариант контрольно-измерительных материалов. Но при этом контрольная работа, она, естественно, на материале тот, который проходился в первом полугодии, например, там 10 класса, или во втором полугодии 10 класса, то есть соотнесено с теми грамматическими конструкциями, которые повторялись, с теми лексическими единицами, с той тематикой, которая проходилась в каждом полугодии вот за определенный период времени. И вот хочу показать, ведь урок развития, ну, умение читать там, да, есть. Вот мы смотрим. Обучающие упражнения. Что значит научиться читать с пониманием основного содержания? Должно быть развито умение прогнозировать содержание текста по вербальным опорам. То есть уметь фиксировать основные мысли с помощью ключевых слов, выделять ключевые слова и по этим ключевым словам прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль. Это дети, в принципе, но если вы там работаете по пособиям, до этого работали как-то, какие-то дети сами доходят до этого. Но мы в учебниках, и сейчас посмотрите книги для чтения дальше, предлагаем следующие упражнения. То есть напоминаем вот этот алгоритм работы, как выполнять заданное упражнение. Такое задание в таком виде. Вот посмотрите, номер 2, упражнение номер 2, один со скобкой. Просмотрите первую статью и подчеркнутые слова. И определите, какой заголовок больше всего подходит к этой статье. То есть вот это тот этап, когда мы учим учащихся выделять ключевые слова, по которым они могут спрогнозировать вот этот заголовок. А второе задание со скобочкой, они должны уже сами подчеркнуть слова во следующих текстах и подчеркнуть ключевые слова в заголовках. То есть чем отличаются заголовки друг от друга? Дети тоже должны научиться вот этому умению. А когда вы берете какой-нибудь сборник контрольных заданий, там же вот этого не научите. То есть это или вы сами должны объяснять учащимся, или учащиеся как-то сами должны доходить до этого. А в учебнике вот мы предлагаем вот такие упражнения обучающие, которые ведут учащихся к выполнению, ну, как бы, заданий и развивают вот это умение читать, то есть умение охватывать общий смысл, то есть умение читать по диагонали тексты, потому что учащихся как бы даже в русском языке они тоже не очень как бы умеют это делать. То есть вот такое задание. Или вот задание из книги для чтения, да, 10 класса, тоже обучающее упражнение. В данном задании учащимся предлагается как раз именно умение прогнозировать содержание по заголовку. Немножечко другое задание. То есть здесь в данном случае учащиеся читают заголовки, и, да, которые, ну, которые относятся к различным частям статьи, и выбирают те предложения по цифрам 1, 2, 3, которые, как они предполагают, исходя из заголовка, наиболее адекватно описывают содержание вот этой части статьи. Выбрали. Да, умение прогнозировать, вероятностное прогнозирование развиваем, прогнозируем содержание текста. Затем второе задание, номер 2 со скобкой, соотносят заголовки, да, вот те, которые были в один со скобкой по цифркой A, B, C, D, E, уже с отдельными вот этими частями статьи по цифре 1, 2, 3 и так далее. А третьим заданием, видите, со скобочкой, они должны в каждой части статьи найти информацию, которая подтверждает вот правильность их выбора. Правильность выбора как заголовка, так и того предложения, которое, как они предположили, описывает содержание вот этой части статьи. Или вот эти обучающие упражнения. То есть в уроках
которые не уроки по чтению, да, в данном случае, как вы видите, это урок, первый урок, на котором урок формирования, совершенствования лексических, грамматических навыков. И вот задание на заставление соответствовать, где они дают соответствие, где учащиеся работают над умением прогнозировать содержание. Им нужно соотнести заголовки с текстами. То есть такие упражнения, они идут через весь учебник. Второе задание. Задание повышенного уровня, где нужно соотнести, ставить пропуски в текст, да, нужно на понимание структурно-смысловых связей. Вот пример из домоверсии, пример из тестовой книги нашего авторского коллектива. Что же здесь нужно развивать? Нужно развить умение читать цели понимания основного содержания, понимать структурно-смысловые связи в тексте. Вот задание на уроке развития умения читать. Соотнести, да, фразы. И посмотрите, вот там подчеркнуто красненьким, да, вот на вставочке. Ну, хвостик вы видите. То есть нужно объяснить свой выбор. Почему выбирают данную выделенную структуру. Как же над этим работается? А работает вот так, обучающее упражнение. В большинстве, конечно, они представлены в книге для чтения, потому что чтение, ну, на уроке меньше возможностей. В учебник, значит, говоря, поместить меньше возможностей, потому что, ну, по сампиону не проходит, нельзя там энциклопедию толстую, притолстую сделать. Посмотрите, какие же, как бы, обучающие упражнения. Ведь, то есть, нужно, вот задание тоже такое, вставить выбранные фразы из текста. Как же мы работаем? Как мы развиваем умение вот это предвосхищать элементы знакомых грамматических структур, умение предвосхищать содержание, понимать взаимоотношения между членами предложения, соотносить реферируемые слова в тексте и вырезанных фрагментах. Вот такой дается как бы подсказочка. Прочитайте фразы и разделите их на группы по схожести грамматических структур. Сначала дети должны понять, то есть какие грамматические структуры вырезаны. Видите, то есть инговые формы, да? И начинающихся с существительного. В тексте нужно посмотреть сначала, как, видите, подсказка опять идет, работа идет пошагово, подходят структуры каждой группы. Посмотрели. А потом уже подставляем фразы, подходящие по структуре, структуру мы уже определили, и по смыслу. То есть вот эти, понимаем взаимоотношения между членами предложения, соотносим уже реферируемые слова в тексте и вырезанных фрагментах, или информацию в тексте и вырезанном фрагменте. И опять же, вот обучающее упражнение, тоже из книги для чтения. Необходимо учащимся. Да, здесь уже целые предложения выделены, выбраны из текста. То есть здесь как бы на грамматическую структуру уже не обопрешься, а именно только на смысловое, на смысл можно опереться. То есть вот на эти, на реферируемые слова, как раз там вот моя голова закрывает вот эту плашечку. Да, то есть на что можно опереться, на информацию до и после пропуска. Но вот стрелочки вам показывают, то есть предложение. Как? Обратите, там написано, обратите внимание на подчеркнутые слова и на стрелочки. И вот здесь я хочу прокомментировать. Вот пропуск A, где написано after 4 days he was bored, и отсюда идет стрелочка. То есть информация he was bored, она как-то влияет вот на тот пропуск. А это как раз номер один предложение. He dreamed of finding something interesting to do. Да, получается, вот как раз, то есть ему было скучно, и он мечтал, да, найти что-то интересное, чтобы чем было заняться. Вот она, ссылочка пошла. Или, например, вот пропуск C. He finally found something, и отсюда пошла стрелочка, и возврат стрелочка, да, it was dirty and heavy work collecting hundreds of empty crates. И вот это шестое, да, вырезала я шестое предложение, на big fruit and vegetable depot, employed him for 3 hours every day to clean up after the delivery lorries had gone. То есть вот она как раз, уборка после грузовиков, да, получается, с фруктами, dirty and heavy work, and found something, а что он нашел? Вот эту вот работу, да, в каком-то там, по доставке фруктов и овощей, да, какое-то бюро. Депо. И, естественно, опять же, я вам показываю, на уроках, вот в данном случае, видите, плашечка, урок совершенства лексических и грамматических навыков. А задания такого типа, понятно, что они не глобальные, небольшого размера,
Вот это умение предвосхищать элементы грамматических структур знакомых и предвосхищать содержание. Вот здесь опять проходит. Видите, вырезка из книги для учителя. Упражнение направлено на умение читать с целью понимания структурно-смысловых связей текста и на совершенствование грамматических навыков использования инфинитива в функции обстоятельства цели. То есть в данном вообще-то уроке мы работаем, ну как бы над грамматическим явлением инфинитив функции обстоятельства цели, поэтому видите, все вот по циферке 2 идет упражнение, выделены все инфинитивы цели. То есть в данном случае, естественно, учащиеся определяют, опираются только на содержание, предвосхищают содержание, опираются слова до и после вот как раз этого пропуска. Но такие упражнения, они идут по всему, то есть если вы как бы просмотрите презентацию, вот даже вы сейчас вот увидите, там слайды будут как бы те, которые были в предыдущей презентации моей, но они были направлены на другое. То есть одно упражнение, оно охватывает очень много. То есть не так вот, это говорю, учебник, это не сборник заданий, которые идут друг за другом, да, как чемодан, в котором носки лежат, там, да, платье, тут же утюг, и вот все они там сложены, да, там нужно это, достал это, нет. Все связано, то есть система, система и вся система, одна система в другую, то есть и достигаем все результаты, над этим работаем. И, естественно, подспудно вот готовимся к экзамену, к одному, к другому, к третьему, ко всякому разному, потому что все это завязано. То есть вот здесь работаем, видите, над одним как бы, но и работаем над другим, потому что эти же умения, они параллельно развиваются, голова-то она же развивается все равно все. Следующее задание, третье в разделе чтения. Задание высокого уровня, задание для понимания, полного понимания прочитанного. Пример из домоверсии, пример из тестовой книги. Что же здесь, над чем мы работаем? Урок развития умения читать, вы видите. Текст, естественно, здесь уж, конечно, полноценный текст большой дается. Но вот можно выбрать им правильный ответ учащимся. Но несколько раз, потому что это самое сложное задание, то есть на нескольких уроках, в нескольких циклах предлагаются такие вот плашечки, советы, на которых идет обучение. То есть первое, например, первое задание, видите, все, к каждому вопросу есть своя плашечка, которая помогает обучиться, понимать взаимоотношения между членами простых предложений. Например, кто, что, когда, да, что-то там делал. То есть, что там происходило, именно что, вот прям самое простое. Понимать причинно-следственные связи, это уже более высокий уровень. Например, вот номер 3. Да, люди в пабе, они были дружелюбные, да, сентиментальные, мирные или агрессивные. И подсказка, то есть, как определить вот эти вот причинно-следственные связи, то есть, как определить, какие они были. Подсказка идет. Обрати внимание на слова. Feeling of violence, causing most of the trouble, all they wanted to do was fight. То есть вот они предполагают, какие же они были. Естественно, мы их вот сейчас направляем. То есть мы учим учащихся вот эти слова выхватывать. То есть выбирать те слова, которые нам показывают, как вот это вот определить. Или обязательно должно быть обучение, то есть обращать внимание на детали. Данный текст мы читаем с полным пониманием прочитанного. А что значит обращать внимание на детали? Это может быть иная грамматическая форма, которая вроде бы нам кажется, что вот так идет, вот номер 4, как раз явный пример. It was clear that three boys usually met in the pub because. Да, почему? И вот там примерчики даны. Ну, не пример, да, дистракторы, в общем, вот эти вопросы, да, которые нужно выбрать. И такой дается совет. Повнимательнее, be careful. The word stage equipment are used in the story. But do they explain the situation? То есть не потому они встречались, что the pub was equipped with musical instruments. Или there was a stage there. Да, потому что они увидят слово stage, ой, и тут stage. А именно, что вот это иная грамматическая форма, или другая какая-то информация идет. То есть наоборот, понимают учащиеся, что если ты видишь слово, это не обязательно слово тебе как бы поможет определить. И ты должен на него сориентироваться и выбрать тот ответ. А именно, be careful. Вот как раз это мы учим. Или, например, понимать, да, значение, догадываться значение слов по наличию смысловых связей в контексте. Синонимом, антонимом, контрастным словам, объяснением, примером. И вот видите два примерчика из 10 класса, то есть каждый раз в тексте встречается, в 10 классе вот там везде эти даются советы, в 11 классе уже сами дети уже как бы советом не для учителей есть, а уже учащимся как бы такой тип уже не даем этот совет.
То есть, опять же, там совет, обратите внимание на слова такие-то, такие-то, как они помогают понять. Вот второй номер 4, да, получается, the combination thought and ambitions, что значит? Pay attention to the explanation Lizzie gave. То есть направление есть, куда посмотреть детям. И вот они уже, исходя из этого, да, по объяснению по какому-то, да, понимают, что это слово значит. Или вот такое упражнение, догадываться о значении по наличию смысловых связей. Специальное упражнение вот в 11 классе, вот тоже со всеми этими стрелочками, это, конечно, такой высший пилотаж, который учащийся должен в голове в своей производить. И, в принципе, конечно, вот ну, такие умные учащиеся, у них потом это все замыкает. Они даже сами до этого доходят. Но вот как направить? То есть что значит? Да, вот здесь, конечно, моя голова, все вот тут все закрыла. Да, Уильям Гилберт, да, was a luminary of, по-моему, experimental approach, да, там что-то. He was acknowledged as the founder of the science of magnetism, если я не ошибаюсь, и там его что-то такое have been original and effective. То есть, как догадаться о, слове, о значении слова luminary? А что это? То есть, он был признан как основатель науки магнетизма. И его эксперименты были оригинальные и эффективные. Да, вот посмотрите, то есть есть слово, схожее по значению, is acknowledged. Есть объяснение, дан пример, his experience had been original and effective. Учащийся по вот этой таблице обращает внимание на эти слова, предполагают, да, значение, известные ученые, выходя из этого, но на самом деле он и получается, да, светило, да, luminary. Вот доходит. Или, например, вот lodestone, тоже там немножечко закрыто, но вот синенький magnetic mineral. Там идет, прям видите, через тире, то есть прямое объяснение. A piece of naturally magnetic mineral. То есть, а это есть магнитный железняк. И вот его он так и есть, его даже как бы не надо лезть никуда понимать детям, потому что a piece of naturally magnetic mineral, а что это такое? Ну, все мы знаем даже из химии, потому что мы даже помним, да, что это есть магнитный железняк, а больше никакого туда значения не прилепишь. То есть, не надо лезть в словарь. Во многих случаях вы можете догадаться о значении слов. Или scale model, да, scale model, что это такое? Little Earth, то есть модель Земли. Вот она так и есть, все понятно. То есть вот это обучение там как бы идет. И, естественно, опять же, повторяю, опять же, пример, то есть на уроках совершенствования лексических и грамматических навыков, естественно, учащимся даются тексты, в которых там новые лексические единицы или грамматический материал, над ним работаем. Но всегда есть задание, где идет развитие вот этого умения понимать взаимоотношения между членами простых предложений. Вот, например, первое задание – просмотреть историю, найдите ответы на следующие вопросы. Или понимать причинно-следственные связи, делать вывод из прочитанного. Опять предлагается вернуться к текстам и закончить историю при помощи заключительного предложения. А заключительное предложение – это же как вывод, то есть вот как раз, опять же, высший уровень понимания текста. Но опять же, это урок не развить умение читать, а работаем мы вроде бы как бы над другим чем-то, а получается все как раз у нас как и есть. То есть доходим до уровня очень высокого и можем научить учащихся, вот исходя из этой системы. Аудирование. Да, смотрим, что нам предлагает примерная программа. Основное содержание несложных, да, аудио-видеотекстов, понимать содержание деталей, да, то есть и основное содержание деталей, все мы должны уметь понимать. И понимать простую техническую информацию, да, понимать лекцию и беседу, что выступление простую четкую структуру, конечно, как это определить. Угу. В общих чертах следить за основными моментами дискуссии, что все произносится на литературном языке. Все расплывчато, очень широко. Естественно, все в рабочей программе авторского коллектива мы все это детализируем. И все понятно, что, да, до какого умения все это получается, развивается. Вот то, что курсивчиком выделено, да, и там, это ученик получит возможность научиться. То есть вот то, что простым шрифтом, это учащиеся должны обязательно развить, а то, что курсивом, получит возможность научиться, как примерная программа определяет, ну и мы точно так же определяем это так. Вот смотрим, да, первое задание, задание базового уровня, задание на соотнесение, демоверсия, да, такое же высказывание, да, ой, такое же задание в книге для тестовой книги. Что же происходит? Ну, умение, на урок развития умения аудировать. Вот с целью понимания основного содержания. Вот здесь посмотрите, обратите внимание, циферка 1,
со скобочкой. Упражнение номер один идет. Циферка 1 и циферка 4. То есть, потому что сейчас я вам буду показывать как раз подготовительные упражнения к тому, чтобы выполнить упражнение четвертое. То есть, как бы вот оно, тестовое задание. Прочитайте мнения и соотнесите их с высказываниями. То есть, вот как раз четвертое задание. А как же до них дойти, до этого умения? А вот так. То есть, первое задание у нас какое? Прочитай мнение и подчеркни ключевые слова. При этом в книге для учителя, видите, вот вырезка идет. Все вам пояснено, то есть какие ключевые слова они могут выделить. Да? И прогнозируют содержание текста по этим вербальным опорам. Посмотрите номер два задания со скобочкой. What ideas do you expect to hear in each text? Вот ключевые слова подчеркнули и предположили. То есть опять вот это умение, оно развернуто. Развернуто это умение, вот это, то есть как вот это вот, как подойти к этому стратегии выполнения данного задания. Номер три со скобочкой, это вот там промежуточный, говорю, от первого до четвертого, четвертое тоже уже выйдем, вот мы к нему идем. Предложение выдернут из этих высказываний. Соотнеси, с каким высказыванием, вот это вы можете это предложение соотнести, то есть какое высказывание, в каком высказывании было вот это предложение. Потому что ключевые слова подчеркнули, предположили, что может быть, естественно, могут предположить, что можно встретить в этом высказывании, какое из этих предложений. А потом четвертое задание как раз соотнесли уже, опять вернулись и соотнесли то высказывание с каждым говорящим. Второе задание. Задание true false not stated, задание повышенного уровня, умение понимать выборочную информацию, демоверсия и задание из тестовой книги. Что же здесь надо? Опять же, запрашиваем информацию, определять или определять его отсутствие, умение прогнозировать содержание текста по вербальным опорам. А где же эти вербальные опоры? Они их выбирают из как раз вот этих фраз. То есть, опять же, смотрят дети, они же смотрят на вот эти, какие им предлагаются фразы, потом, которые они будут определять, true, false, not stated. То есть, они могут предположить, про что будет текст. Вот и в данном случае, как бы опять предваряющее упражнение, слушают они диалог мамы с профессиональным организатором вечеринок и выбирают как бы вещи, которые, о чем они могут говорить. А они смотрят там, да, получается, они там в кафе. Значит, что там может быть про кафе? Раз кафе там будет у них. Смотрят на вопросы, значит, предполагают, что будет обсуждаться вот это или вот это. То есть на что обращать внимание? Все как раз и расписываем. Или, опять же, говорю, на уроках, которые не обязательно, то есть вот такие задания на аудирование, они же не очень много места как раз занимают, они могут встречаться на уроках, естественно, не обучая, не умение, не развить умение аудировать, а на уроках на тех же совершенствованных лексических грамматических навыков. Вот задание, но умение понимать, послушаем текст, запрашиваем информацию и определить ее отсутствие. Как раз вот здесь такой технический более-менее центр, когда человек пришел в сервисный центр и пытается там какую-то проблему со своим ноутбуком решить. Вот задание, которое представлено номер 5, и вы видите, это задание из учебника. Прослушай разговор, ну и отметь, true, false, not stated. Задание в рабочей тетради направлено как раз на развитие механизмов аудирования, которые нужны для выполнения такого задания. Фонематический слух, память, механизмы эквивалентных замен. Что они предлагают? Сначала они определяют выражение true, false, слушают, true, false пишут, потому что здесь not stated не нужно, потому что это точно будет в тексте. Им нужно знать, верно или неверно. А второе задание со скобочкой, посмотрите. Послушайте еще раз и относительно своего ответа рядом с заданием, своим ответом, напишите слова, которые перефразируют подчеркнутые слова. То есть, естественно, мы знаем, что в тексте на аудирование не будет теми же словами сказано. Прям не будут там написано «the man could not do without it». Прям такое они не услышат, естественно. А будет как раз какое-то слово, которое вот замена этого слова. То есть учащиеся понимают как раз и должны определить, что вот им подсказывает, какое вот это как раз развитие этого фонематического слуха и памяти, потому что держать в голове это все нужно. И вот этот механизм эквивалентных замен как раз... Опять же, над ним мы вот работаем, на таких упражнениях. Ну и самое сложное задание в аудировании, задание высокого уровня, задание на понимание полного понимания прослушанного. Вот такое задание. То есть послушай, выбери правильный ответ. Демоверсия, тестовая книга. И как же мы работаем над этим. То есть умение полно и точно понимать прослушиваемый текст. Вот оно как раз есть. Да, вот они вопросы и определи. Да, выбери правильный ответ. Но перед тем, как
да, это делать, есть упражнение номер один. Умение полно и точно понимать прослушанный текст. Опять же, развивать механизм аудирования, фонематический слух, память, механизм эквивалентных замен. А в чем же он идет, этот механизм эквивалентных замен? То есть обращаем внимание на перифраз или там иную грамматическую форму. И вот такое задание. Посмотрите на вот эти вопросы, да, и ответы, которые им предлагаются ABC. И найдите слова или фразы, которые похожи по значению к словам данных выше выражением. Например, no one objects. Да? Вот как раз они no one objects, они услышат в тексте. А вот в задании как раз получается if there were no objection, да, получается. Вот они, вот это вот задание одно, иная грамматическая форма, да, получается. А в тексте на аудирование, естественно, там они слышат другое. И вот так вот, да, к этому мы идем, обучаем, то есть понимать, Письмо. Слушать должен человек научиться у нас, выпускник. Простые связанные тексты уметь писать. Письмо писать личное, заполнять анкету, описывать события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства, немало. Излагать собственную точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Ну, естественно, внутри текста правильно размещать, организовывать текст, логично определять информацию. И получит возможность научиться писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Записи делать во время прослушивания аудиотекста, выражать письменное суждение по поводу фактических событий или явлений. Широко, примерная программа. А в авторской программе, естественно, мы это все расширяем, да, то есть детализируем, вот так, как бы сказать, не расширяем, а детализируем. То есть как мы выполним, то есть что значит писать простые связанные тексты? Какие тексты писать? Вот они, личные письма, социальные письма, жалобы, запрос информации и так далее. Сообщение отчета, мы видели сейчас только что там, да, что уменьшить какие-то фактические события. Сочинение разного стиля, потому что вы видели там, что примерная программа, она не описывает, что должны писать в документе, который сейчас предлагается на ЕГЭ, выражение, собственно, opinion essay, да, получается, потому что там приводите аргументы, а аргументы мы приводим и в «за», и «против», да, и в каком-то описательном что-то. То есть совершенно разнообразные должны уметь писать виды письменных заданий. Делать записи во время А если кто-то знаком, что уже как бы, если мы перейдем, если у нас будет экзамен двухуровневый, то как раз, скорее всего, там и будет какое-то задание, где нужно будет именно делать записи во время прослушивания, а потом чуть не по этим записям уметь высказать свое собственное мнение. И писать, естественно, разных функциональных типов тексты. Вот демоверсия. Первое задание, задание базового уровня, умение написать личное письмо. Демоверсия, тестовая книга, то есть ответить на вопросы и задать три вопроса. Что же здесь проверяется? Умение дать развернутое сообщение. Понятно. Запросить информацию, три вопроса. Использовать неофициальный стиль, знаем. Соблюдать формат неофициального письма. Правильно использовать языковые средства, соблюдать объем. Посмотрим на урок развития письма. Вот обучающее упражнение. Работаем над структурой письма. Посмотрите задание. То есть первое задание предлагается образцовое письмо. Задание номер два со скобочкой. Посмотри, соотнеси абзацы, да, которые предлагаются, с планом. То есть, что Питер написал в начале письма, что он пишет в основной части письма, какие вопросы он задает, как он заканчивает письмо и какая там его завершающая фраза в письме. И план мы смотрим, да, как у нас получается. Начало, да, сам текст письма и завершающие фразы. Что? Дальше смотрим на организацию письма. Номер три задание со скобкой. Как пишется адрес? Где он написал свой адрес? Где написал адрес тому, к кому он обращается? Сколько вообще абзацев в письме? Как он подписывает письмо? И напоминаем, что мы работаем с неформальным стилем. Что мы пишем в начале, в конце?
и какая фраза завершающая. Вот должны дети распределить. А потом написать письмо, естественно, Питеру. В рабочей тетради. Схематическое такое, да, может быть, кому-то даже именно вот легче не из письма это все, вот эту схему напоминать, да, как она структура письма, а именно вот пустой лист смотреть, когда листочки очень наглядные видно, да, вот они линеечки, для адреса, для даты линеечка, для обращения линеечка, линеечки для начала письма, для благодарности за полученное письмо, основную часть письма. Да, и видите, там как бы пропуск идет, значит, понятно, что он должен быть большой, что там надо что-то написать большое в этом боди, а не начало письма должно быть больше. Фраза об упоминании дальнейших контактов, то есть все вот это, что оценивается на экзамене, все, видите, вынесено, и все понятно. Завершающая фраза и подписи. И работаем теперь постепенно над всеми пунктами. Дать развернутое сообщение, то есть ответить на вопросы. Главное, понятно, что структуру запомнили, обращение умеем написать, завершающую фразу умеем написать, все выучили, потому что в письме действительно эти вот блоки, которые тоже я всегда как бы говорю, когда вот на презентациях, на вебинарах, что учащийся должен знать, как написать обращение, как написать заключение и посчитать, сколько слов, то есть это должно уже на уровне автомата вообще с закрытыми глазами написать. А вот главное, что нам в письме нужно, это уметь ответить на вопросы и уметь задать вопросы. Потому что вот это как раз то, что ну, нельзя как бы выучить. Ты же не выучишь, ты же не знаешь, какой там у тебя будет вопрос и как ты будешь на них отвечать. Как отвечать на вопросы? Вот предлагается вопросы и дать возможность, дается такое задание, что учащиеся должны ответить на вопросы, видите, ответить на вопросы in four different ways, то есть различные структуры. Опять же, учащиеся работают, и чтобы было логично все, разными способами могли ответить на те же вопросы, которые вот предлагаются в письме. Так. И, да, вот опять, соблюдать формат письма, соблюдать стиль письма, задавать вопросы. Задавать вопросы учимся, да, получается. Вот письмо, и нужно задать вопросы. О том, что там сколько стоит, да, официальное, хотя письмо такое, но не официальное, социальное письмо. Вот опять обучающее упражнение на уроке развития умения писать. Вот такое упражнение. И учащиеся выбирают, сначала опять же знакомятся с форматом письма, вспоминают, как им отличить официальное от неофициального, чтобы не путать им эти форматы. Вот здесь они предлагают, какие фразы нужны для написать, чтобы письмо, жалобу, письмо обращения на работу или куда-то, и письмо с запросом информации. И, естественно, вот это вы видите, то есть какие вопросы они могут вытащить, это опять подсказка, какие вопросы задавать. И вот сейчас я вам еще покажу, да, задание. Угу. Какие вопросы можно задавать, обучающие упражнения на неспециальных уроках. То есть у учащихся всегда возникает проблема. Вот там, помните вот эту фразу, задай теперь о прошедшем днем рождения. Вот они вопросы, вот она возможность для учащихся обучиться этому. То есть у нас не специальный урок. Урок развития умения диалогической речи, вот это умение говорить, диалогическая речь. Как задать вопрос? Они здесь задают их устно. Но, естественно, это же письмо и говорение очень связано, да, продуктивно, два продуктивных языка действия, один на другой перетекает. Вот и посмотрите, вот разговор, два студента, вот здесь они работают, как бы говорение развивает, задать вопросы, ответить на вопросы. Какие вопросы учащиеся могут задать, опираясь на письмо-стимул? Вот обратите внимание, первый student card 1, you are going to take part in the volunteer zoo program. Но перефразируйте эту фразу, конец письма ее воткните, и получится у вас, например, в таком варианте, I am going to take part in the volunteer zoo program. И задание, естественно, у вас будет в конце, спроси, да, find out the details of the program. Вот типичное задание, которое можно увидеть в письме. И учащийся в прострации, какие же вопросы задать? Вот какие. Вот идет расшифровка, то есть что можно задать? Who can take part in the program? Necessary experience needed. Activities to take part in. То есть вот подсказка есть, но, естественно, вопрос ученик должен сформулировать сам. Вот он их формулирует. То есть получается, это как бы вторая часть письма, умение задать вопросы. А второй ученик, он будет отвечать на эти вопросы. Получается, он работает над первой частью письма, уметь ответить на вопросы. То есть упражнение вроде бы как представлено в уроке по
развитию умения говорить. Но работает-то оно ведь и на развитие умения писать. Потому что, как еще раз напоминаю, да, у нас это все завязано, и одно из другого вытекает. И нельзя выкидывать. То есть вы учитесь еще видеть вот это все. Но даже если вы этого как бы и не видите, но мы это все заложили, то есть это все в учебнике есть, и все это работает. Или вот такого же типа, просто здесь уже я вам не подчеркивала ничего. То есть, опять же, вот я там купил мобильный телефон. Задай вопросы, а спроси, что там в нем, да, какие там сим-карты или что-то. То есть подсказка, о чем можно спрашивать и как отвечать на такие вопросы. И, естественно, чтобы вы не придумывали, да, там свои какие-то задания, ну, на Фипиде и Сэмсю скачают и себе прорешают их, предусмотрена возможность писать письма по разным проблемам. То есть вот этот урок, это урок развития умения писать. Но работа идет над умением написать фильм-ревью. Учебник 10 класса, 6 цикл. А при этом, видите, задания, я говорила вам, которые встроены в ход урока, письмо ты получил, вот о фильмах там, и так далее. Вот, и ответь на вопросы. И задай вопросы, а пошел он там на пьесу. То есть все работает, и встроено это все. И каждый раз вот эти вот возможность написать лишний раз письмо, лишний раз написать сочинение, как вы сейчас увидите, все это заложено в учебник. То есть не нужно придумывать специальные задания какие-то вам, И они выходят отсюда. Естественно, и про фильмы придется спрашивать, и про фильм рассказывать, потому что такое есть, и большая вероятность, что получится такое письмо. Но именно когда оно вытекает из хода уроков, у детей в голове эта информация есть, им проще ответить. Им проще, потому что они только что это все проговорили. С одной стороны, им как бы вот это у них, она просто есть на языке, и они ее просто воплощают вот в письменном виде, да, пишут, и все как раз у них и получается. Какой еще тип обучающего упражнения? Да, вот мы с письмом смотрим. Работаем над адекватным стилем изложения, формально, неформально. Вот такое задание в рабочей тетради. Распредели сначала фразы по двум боксам, да, по двум колонкам. Формально, неформальный стиль. Там и обращения, и завершающие фразы, и все такое прочее. А потом им предлагается два письма. Номер два, да, вот задание. Заверши. Два электронных письма, ну просто одно письмо социальное, более официальный стиль, а второе письмо личное письмо. Нужно завершить вот этими, вставить фразы в нужное место. То есть исходя из стилистики, из личного письма или социального письма, формальный или неформальный стиль изложения. Вставили, разобрались. А потом обратите внимание, номер задания номер три. Представь, что ты Алекс, напиши теперь письмо Эвелин, вот это ответь, то есть на это личное письмо. То есть, видите, работаем вроде бы над формальным письмом, да, потому что это вот обучение увидели, там, умение задавать вопрос, вот это формальное письмо, то есть умение писать письмо, запрос информации, социальные письма. И вот дальше все время есть умение, возможность написать письмо личного характера. Второе задание в письме. Умение написать сочинение с элементами рассуждения. Сочинение, собственное мнение. Демоверсия из тестовой книги, пример. Что же здесь? Здесь, конечно, достаточно сложно, потому что развернутое высказывание, аргументы, точка зрения, примеры, логика, выводы, средства связи, языковые средства, стилистика, объем. И здесь, как вы видите, уровень высокий. Над этим, когда, ну, в принципе, мы начинали работать уже в 8-9 классе, там по чуть-чуть, но структура абзаца. А вот глобально, да, это, конечно, вот 10-11 класс. И поэтому в 10-11 классе, вот посмотрите, сколько памяток, потому что здесь уроки как раз обучения письменной речи, они посвящены умению писать вот такие сочинения разного типа. И вот вы поглядите как раз, посмотрите, то есть какие же представлены письменные работы. Это и opinion essay, и аргументативное, и descriptive report, и descriptive essay, повторение, естественно, личного письма, и problem-solving essay, да, и работаем над конкретными какими-то умениями, например, как написать заключение к сочинению, да, то есть вы видите, как использовать цитаты в сочинении на английском языке, то есть и над глобальным, как писать сочинение определенного типа, и над какими-то конкретными умениями, которые
нужны для принаписания вот такого вот у нас сочинения. И вот урок «Развить умение писать». Да, как раз вот здесь сочинение, собственное мнение. Естественно, обучающие упражнения. Да, вот посмотрите, то есть здесь примерчики какие-то. Вот сейчас мы переходим на следующий слайд. Все большим видом там вы увидите. То есть, перво-наперво, работа над структурой абзаца. То есть, где должна быть основная мысль, там свое «за», например, или что-то. И какие-то примерные аргументы ты должен привести. Вот они должны привести. То есть, какие фразы? Да, what reasons, видите, там хвостик тоже заложено. Why do the young people consider studying geography important? What reasons do they use to support their point of view? Да? Какие фразы они используют, чтобы начать свое мнение приводить? То есть, и будет вот это как раз основная мысль, и пошли примеры, аргументы. Пошаговая работа, да, обучающие упражнения. Дальше продолжаем. Ты будешь писать свое это письмо, свое сочинение, собственное мнение. Пошаговая работа. Сначала должны подобрать к плану ключевые слова и выражения. Это та работа, которую ученик выполняет, когда он пишет сочинение. То есть, естественно, как да, мы можем и не успеть написать полностью на черновик, чтобы его успеть переписать. Мы должны подобрать к плану, план свой видеть в голове, держать, он и нам дается, но подобрать ключевые слова и выражения, да, видите, там, decide which sentence you can use in the introduction, conclusion of the essay, да, получается. И вот эти обучающие упражнения, то есть вот, мы на него как раз и направляем. И пошаговая работа, вот это написание основной части, да, мы написали make notes, видите, номер 3 for the main part of the essay, use phrases to introduce your opinion, summarize your opinion. То есть вот это основная часть, вступительная часть. И написание умеет написать вступительную часть, формулировку проблемы. А здесь как раз у нас получается, да, видите, номер 3 со скобочкой 1. How can the introduction in this essay differ? То есть немножечко поворот проблемы, и учащийся должен его видеть, потому что он должен уметь писать вот эту вступительную часть, уметь сформулировать проблему. Потому что всегда, как мы помним в opinion essay, нам предлагается какое-то вот это высказывание, оно должно носить проблемный вот такой характер. То есть сталкивающийся там должно присутствовать сталкивающийся, какой-то противоположная точка зрения. Да, should geography be one of the main subjects at school? Ну, кто-то скажет, да, должно быть, да, то есть второе мнение, а кто-то скажет, да нет, да что-то он там должно быть, main subject. Вот и от этого зависит, да, поворот. Или is studying geography important for your future career? Вроде бы studying geography, но это для этого, а это для этого. От этого, конечно, хотя потом аргументы могут быть, какой-то подойдет, которым в голове будет держать этот ребенок. Но формулировать проблему он должен уметь по-разному. Разные типы эссе, работа над формулировкой проблемы в начало высказывания. Прочитай, в данном случае работаем над argument essay, за и против, ну а это ничего не меняет. Формулировать проблему надо уметь в любом случае. Поэтому мы работаем над этим, но, естественно, вот эта вот формулировка проблемы как раз, видите, смотрим. То есть какие можно использовать, вот из этих, что можно использовать для начала своего сочинения, для формулировки вот этой проблемы. Угу. А теперь нужно дать еще привести развернутые аргументы, то есть примеры, поддержки аргументов. Посмотри на следующее утверждение, выбери, раздели их на аргументы за и против относительно твоей точки зрения. То есть вот подсказка. То есть уметь найти аргументы и контраргументы, которые вы помните, что они должны не совпадать. То есть нельзя одно и в аргумент приводить, да, когда ты за доказываешь, а потом его же противоположным снос, приводить против. Вот она работа идет над этим. И, естественно, какие-то фразы, опять же, работаем над linking words, которые помогут вот это все написать. И, конечно, при любом случае, вот обучающие упражнения, в любых уроках они могут быть, это вот эта работа на структуру абзаца. То есть основная мысль, примеры, аргументы. Risky activities. Сейчас вы увидите там для эссе, которые им потом будут предложены. Which phrases can you use to characterize the risky activity? И вот эти примеры, то есть откуда им взять вот эти аргументы? Естественно, они из бухты-барахты должны сначала откуда-то, ну, из головы, у них еще в голове, ну, не так много даже в русском языке.
да, используя русский язык, нет такого опыта учащихся. А все это предлагается, и вот она как раз и будет, структура абзаца с примерами, аргументами, все соблюдаться. Работа над умением писать в заключение. Там моя голова опять вырывает вам плашечку. Read the three conclusions and decide which is appropriate to your point of view. Вот выбирают, а потом пишут свое сочинение. Средства логической связи, как вы видите, разного типа, обязательно повторяются. Видите, sequencing, и concluding, и addition, result, generalization, то есть вот эти примеры, да, привести умение, что-то там обобщить, что-то конкретизировать. Все повторяется. И умение использовать эти средства логической связи, то есть как соединить одно с другим свои доказательства. Вот выполняется сначала задание, заполняют вот этими фразами подходящими, а потом уже, да, пишут свое собственное сочинение, используя подходящие аргументы из предыдущих. И вот хочу показать упражнение. Вы можете вот это упражнение увидеть, когда я вам говорила о блоке лексика-грамматика. Да, вот мы говорили о словообразовании, видите, вот эти слова suspect, suspicious, да, tolerant сверху, внизу tolerant, freedom, free. Что это такое? Это умение работать над перефразом. То есть, опять же, мы же должны проблему сформулировать, перефразировать, аргументы давать, перефразировать. Вот оно это идет, как раз развитие умения. То есть на упражнении, где мы работаем с лексическими единицами, да, вроде бы у нас развитие, работаем над лексическими или грамматическими навыками, но все равно вот эта работа над умением перефразировать и высказать там по-другому мысль, вот она как раз и идет. Или вот умение использовать синонимичные выражения. Да, express the same ideas in another way. Тут подсказка есть. Потом, когда он пишет сочинение, подсказки нет. Но вот это умение синонимичности, да, вот это использовать, оно работает, это упражнение, и на лексический блок, на тот блок, где лексико-грамматический, да, где выбор слова-то они выбирают, то есть относительно ситуации. И вот здесь, то есть при перефраз, при использовании формулировки, говорю, проблемы, при написании заключения, при приведении своих аргументов, обязательно вот это такие упражнения, они очень-очень идут. И просто тоже перефраз. Опять, ты согласен или нет, используется перефраз. И, да, одно из как бы таких last but not least при написании сочинения или письма – это умение самопроверки, самокоррекции. Не проверишь, да, получится наворочаешь, что-то там такое и все такое прочее. Поэтому обратите внимание, видите, кружочком. Пишут ли эссе, пишут ли письмо, обязательно, видите, 10 класс, обязательно идет дубляж. Check your essay. И при этом, видите, ссылка на памятку идет, потом уже не идет, потому что уже, ну, запомнили. То есть, как проверять? Даже есть подсказка, как проверять. То есть, как себя настроить, чтобы вот это проверить адекватно, не потратить много времени и в то же время вот выполнить правильно. И такое одно из важных умений при написании эссе, сочинений, это продуктивность высказывания. То есть, уметь высказать собственное суждение. Что же помогает его развить? Вы помните, если 30% у вас как бы учащихся совпадет, то все, проверяться ничего не будет, 0 балл поставит и пойдет он, да, со своими нулем баллов. А что это дает, вот как учащихся научить? Чтобы они, вроде бы тематика похожа, но он умел разными путями как бы подойти, по-разному написать. Что это такое? Это вот как раз предложение, когда, вот помните, вот how can the introduction in this essay differ? Да, вот это география, да, пример. То есть несколько вот этих высказываний, они потом пишут одно какое-то сочинение, а потом можете второе задать. Или вот, например, следующий, который просто вот я отдельно даю, несколько тем по одной проблеме. То есть в цикле, цикл посвящен молодежи, да, 10 класс, 4 цикл, где учащиеся, и вот разные-разные вот эти формулировки, они присутствуют на страницах цикла, то есть учащиеся пишут сочинения, выбирают, но видите, оттенки разные. Например, вот те же video games, да, видите, две темы. Вот video games, do you prefer to play if any, or is your parents addicted to games? Или some parents don't allow their children to play video games, are they right? Разное. Или вон risky sports, или health-related risks. Да, risky lifestyle. Отличия есть, есть. Хотя аргументы могут где-то там и совпасть. Но просто сначала свое мнение в абзаце будет немножечко другим, аргументы приведет те же.
То есть, если учащийся видит вот эти повороты, да, проблемы, он сможет именно свое вот это высказывание подстраивать под любую точку, ну, как бы под любую тему. Потому что вот эта гибкость мышления, гибкость высказывания, она должна быть развита у учащихся. Потому что, ну, какая тема? Все равно предлагаются тема, тематиков тех же письменных высказываний, они же обязательно будут все равно совпадать с теми тематикой, которая предлагается в 10-11 классе. А вот эти поворотики, то есть уметь повернуть свое сочинение, то есть даже тут же вы можете дать какое-то написали, а потом чуть ли не как контрольное дать с другим поворотом и посмотреть вот эту гибкость, как она есть у учащихся. Поверни, да, переделай. Ну и напоминаю, да, что должны знать особенности разных жанров письменной речи, разных типов эссе. Останавливаться я на одни не буду, то есть специальные уроки и фильм-ревью, и проблем-солвинг эссе обязательно все предлагается. И написание, уметь написать вот этот descriptive report, то есть интерпретация информации представлена графически, factual description обязательно тоже вот над этим, ну, не сильно много выделяем внимания, но все равно над этим тоже работаем, потому что, видите, вот эта вот техническая информация, она как-то так вот вылезает уже в программе, то есть это умение должно быть тоже развито у учащихся. И упражнения на других уроках цикла, опять же, я вам напоминаю. То есть, например, после урока аудирования, вот обсуждали, да, видеогеймс, да, который вот, что-то такое, как вы относитесь к playing video games, они слушали, отношения слушали, то есть у них информация для приведения аргументов, у них есть эта информация. Только ее нужно вот это вот оформить. Some parents don't allow their children to play video games, as they write an opinion essay. Обратите внимание, упражнение с восклицательным знаком, то есть это дополнительное упражнение для более продвинутых учащихся. Не обязательно его задавать всем учащимся, потому что как бы не все сдают ЕГЭ, не все доходят до такого уровня, чтобы писать сочинение, даже как бы так. Но возможность есть. То есть возможность должна быть, потому что, как вот сейчас, да, там курсивчиком, учащиеся получат возможность. То есть надо всегда, чтобы учащийся знал, что он может вот отсюда, не сам он там где-то на фипи что-то там себе рыл, а именно это вот подходило всем ходом урока, подходит ему проще, но у него тему тоже, он тоже сам себе не сформулирует, и вы будете ее формулировать тоже там куда-то или чего-то. Да, получается, соблюдая все тонкости, тоже можно и запутаться, да, вот это всегда, чтобы там проблемный характер, чтобы это столкновение там какое-то было в этой тематике. А здесь все заложено. Опять же, следующий, после урока другого аудирования, да, этот вот первый вверху, где, видите, таким вот фиолетовеньким этот цикл четвертый, а вот этот вот таким вот зеленоватеньким, или, не знаю, там желтовато-зеленоватым, 4, где циферка, это седьмой цикл, да, учебники 10 класса по спорту посвященный. Вот они слушают, и аргументы какие-то выделяют за и против, cheerleading is a sport, skateboarding is a sport, а потом им предлагается, is roller skating a sport, express your opinion, give arguments. И можете как раз тоже предложить написать сочинение, да, вот такое. То есть возможность есть всегда. Опять же, да, показываю, то есть в уроке совершенствования навыков, ну, там все, половина закрылась, problems of environment, да, if everyone is aware of the problems of environment, we'll be able to cope with them. 11 класс. Да, можно, опять же, спорное суждение. Пишем. With the help of technology, students nowadays can learn more information and learn it more quickly. Да, технология, опять урок аудирования. После урока письма, как уже помните, там хвостик был, я показывала, был урок, посвящен обучению написанию социального письма, а предлагается написать сочинение рассуждения, что правила написания писем можно уже и не соблюдать. Да, как бы это не нужно никому, и вообще люди писем и не пишут совсем. Да, такое спорное. Но пишем, все равно приходится писать, и поэтому как бы всегда там за и против они есть. Угу. И следующая плашка закрывает моя голова плашку. Это посвящено чему? Что умение делать записи во время прослушивания, которое, скорее всего, им нужно будет, ну вообще и по жизни как бы нужно, и, возможно, пригодится для экзамена, ну как бы тем учащимся, конечно, которые не сейчас не в 10-11 классе, ну а может кто в 9-м, тому и уже сгодится. Что нужно сделать? Слушай, да, вот видите вы, первая за первой, да, плашечка. Remember the events in Australia. Listen to the speaker talking about this holiday and write down the specific features of this holiday celebration in Australia. Записали.
Послушай разговор between, да, там, conversation between two friends who are discussing their plans for an evening. Answer the questions. Where, why didn't там кто-то like Jess' suggestion? То есть где какие-то вот такие маленькие детали, да, почему-то не нравятся, или аргументы, видите, вот им там надо было записать. For and against cheerleading. Или там skateboarding, да, for and against. Или вот еще внизу. Listen to Jane talking about her route to a successful career. What steps does she need to take to achieve her aim? Опять же, вот эти вот шаги, как бы они их выделяют. И напоминаю, да, обобщение идет к концу у нас. То есть, вот опять голова моя вся закрывает, учебник. Все, что в учебнике заложено, все упражнения, то есть все полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и примерной программе среднего или полного общего образования. И работает над всеми метапредметами, то есть все заложено, все метапредметные результаты, личностные результаты, предметные результаты. Упражнения направлены на достижение личностных, метапредметных, предметных результатов. То есть ни одно ЕГЭ, а то как опять может сложиться, что вот я говорю про ЕГЭ, значит это прям пособие по ЕГЭ. Нет. Всем видам речевой деятельности до уровня соответствующего требованиям ГОС. И параллельно это вот эти умения, развивающие exam skills. Учебники. В рабочей тетради. Опять же, обучающие всем четырем видам речевой деятельности. Ну, естественно, в рабочей тетради это акцент для совершенствования грамматических и лексических навыков, тот языковой материал, который вызывает основную сложность, и упражнения на развитие exam skills. Книга для чтения. Конечно, больше чтения, как вид речевой деятельности, в том числе упражнения, которые, в которых особое внимание уделяется формированию reading sub-skills. То есть вот эти синонимы, синонимичные выражения, ну это, конечно, отдельно надо делать презентацию, то есть здесь, конечно, уровень уже другой в книге для чтения, то есть работа над текстом. Но опять же, там есть вот эти вот значочки, да, получается, вот Наталья Малышева смотрит, тесты будут в одной книге, тесты для 10-11 класса, это отдельная книжка, одна для 10-11 класса, это я тут параллельно смотрю, там 6 позиций, 6 тестов. Первое полугодие, второе полугодие, год, 10 класс, первое полугодие, второе полугодие, год, 11 класс. Потому что тест, он полноценный, как экзамен. То есть 180 минут плюс устная часть. Но после каждого цикла просто столько времени у вас нет. А по тематике как раз вот эта проверка будет, потому что она, ну, вам и для полугодовой оценки ставится по полугодиям. Как раз вот поэтому тесты так и предлагаются. Возвращаясь к ней для чтения. То есть вот эта вот работа идет над чем? Она работает, конечно, на тот блок, когда лексика-грамматика, то есть вот эти вот фразовые глаголы, то есть такие вот мелочи, которые как бы в учебнике не столько можно время, хотя тоже уделяется, я вам показывала. И, естественно, опять вот эти exam skills упражнения так и есть. И книга для учителя. Не забывайте про книгу для учителя, чтобы она не стояла там на какой-то полке, которая где-то там стоит, некоторые учителя говорят, где-то там стоит, и он в нее никогда не смотрит, да, этот учитель. Так нельзя. Это нужно, и нужно в нее заглядывать. Но что там вы увидите? Вот сейчас я вам покажу шире. По урочной рекомендации, как я вам говорила уже. Естественно, это не сценарий «Здравствуйте, дети», да, там, но именно по урочной рекомендации с ключами по работе с разделами «Test yourself», «Exam preparation». И по урочной рекомендации, объясняющий алгоритм, стратегию выполнения заданий в различных тестовых форматах. Даже тогда, когда вот этот этап свернется, который я показывала, развернутый на уроке, он же не на каждом уроке будет развернутый, подчеркни ключевые слова. Потом уже, но у вас напоминание в книге для учителя постоянно есть. По урочной рекомендации, помогающие организовать работу над тем или иным явлением. Ну и критерии оценки. И вот вырезки из книги для учителя, посмотрите. Да, вот верхние. Следует обратить внимание учащийся на алгоритм работы с тестом заданием данного типа. То есть опять вам вот эта краткая памятка, как бы, она у вас есть. И вы ее постоянно, она там написана вам в каждом уроке, там по аудированию или по чтению, или к каждому заданию вот это есть. По урочной рекомендации с объяснением алгоритма работы, видите, на плашечке. В тексте для аудирования, опять же, вот эти ключевые слова вам подчеркнуты. То есть вы потом можете это распечатать, этот текст для аудирования, и показать им, то есть на чем основывается правильный ответ. То есть умение прогнозировать содержание по ключевым словам. Вот они. Умение выделять главную мысль по ключевым словам. И ключи, естественно, чтобы там везде, вот как бы получается, чтобы должно все это быть по ключам,
вы проверите и как бы видите свой ход мысли и ход мысли детей. Все, на этом наш вебинар подходит к концу. Спасибо за внимание. Еще раз напоминание, да, вот эти, как выглядят эти новые учебники 10-11 класса. Но не забывайте, что это УМКС, то есть учебно-методический комплекс. Не только учебники, просто я не стала тут блошить, как у нас любят говорить на работе, меленькими буковками, меленькими учебниками, большие вы их запомните, да, какие они красивые, большие. Но такая же есть рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителей, тестовая книжка в одном варианте, 10-11 класс вместе, можно ее приобрести. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Еще раз и напоминаю, что 20 числа, понедельник, мы вас ждем на вебинар, который проведет Ирина Павловна Костина, посвящен проектной деятельности. Опять же, 10-11 класс вы там увидите. Посмотрите с другой, как бы, с другим взглядом, с другой стороны взгляд, чтобы как бы, не было впечатления, что тут только одна ЕГЭ, одно ЕГЭ и все-все в ЕГЭ. Все разное. Угу. А, да, вот отвечаю на вопрос, да, Айджановой. Скажите, пожалуйста, когда учебники поступят в продажу? А, ну, как нам говорили в издательстве, сейчас я вам еще раз напомню, что в начале, да, кто к началу опоздал, но кто скачал презентацию, он посмотрит, информационное письмо, я вам сейчас еще раз про него напомню, что про, и учебники поступят в продажу к новому учебному году наверняка, но, как обещал издательство, что уже в апреле начнут печатать. Делайте свои заказы. И вот на эти учебники. И еще раз вам напоминаю про... Может быть, я даже сейчас и откатаю, если получится, а может и не откатаю. Это я вот где... А, во, прям большой сейчас вот катаю. Начало. Угу. Угу. Вот, на информационное письмо я вам хочу показать, еще раз напомнить, что... Эти учебники, федеральный перечень еще не вышел, и вдруг он как бы задержится, но вы можете заказывать. Почему? Согласно вот этому информационному письму, которое будет висеть на сайте издательства, и вот вы можете его из вебинара тоже как бы им потрясать, подписано главным редактором издательства, в котором говорится о том, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования, издательство «Просвещение» получило положительные экспертные замечания, заключения по результатам научной, педагогической и общественной экспертиз. То есть все вот эти учебники 10-11 класса прошли все экспертизы, получены все положительные заключения – да, включая печатную и электронную форму учебников на 10 класс и на 11 класс. Положительные экспертные заключения, полный пакет документов, материалов был отправлен в соответствии с приказом издательством просвещения в Министерство оборнауки в установленном приказом сроки, то есть до 15 января 2017 года. Материалы рассматриваются научно-методическим советом до 1 марта и включают перечень в учебник, федеральный перечень, который вот до 15 марта должен был сформирован. Но пока задерживается, или что-то, может быть, у нас экономическая ситуация, опять какие-то проблемы. Но издательство «Просвещение» включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, опять повторяю, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 9.06.16 года. И в соответствии с федеральным законом об образовании, вы все его знаете, 273 номер, учебные пособия, включая пособия для дошкольных образовательных организаций, могут приобретаться за счет бюджетных средств. То есть заказывать вы эти учебники можете. Как же их заказать? Их заказать нужно, заказы направлять в издательство Галине Викторовне Трофимовой по адресу Джерофимова. А, ну правильно, это получается Галина Трофимова, это, наверное, там Т, да, получается. G, а потом Трофимова, правильно, я тут расшифровал, вот этот желтенький адрес написан. Первая G буковка, а потом буква дальше Трофимова, собака просто.ру. Или
заказывать через компанию Абрис, розничные продажи, да, там тоже на Textbook. То есть за бюджетные средства, то есть школу, библиотеки, вы можете заказывать эти учебники согласно, ссылаясь вот на это письмо. Если вдруг там какие-то проблемы, если перечень задерживается, потому что перечень, ну все прошло, как бы все равно нужно под новый перечень вроде уже заказывать, то есть что новое прошло, ну вот как бы пока что-то там, пока действует согласно информационному вот этому письму. Согласно всем приказам министерским, согласно вот этому всему. Смотрим, да, на письмо и указываем. Некрасова спрашивает, скажите, как правильно распределить материал контрольных работ 8 класса, если в контрольную работу выделяется 45 минут, а в одной контрольной работе 2 аудирования, 2 чтения и так далее? Посмотрите, пожалуйста, рекомендации в книге для учителя. Они размещены, рекомендации к контрольным работам, они размещены в книгах для учителя, которые висят на сайте, то есть в самих книгах для 8 класса. Вот к учебнику 8 класса там есть рекомендации для 8 класса. К тестовым заданиям. И там, как если вы помните про наши предыдущие контрольные работы, мы советуем, как распределить, то есть что дать на дом. В принципе, это же контроль как бы не такой уже, если у вас есть именно, что если там всегда написано, если у вас два урока, то распределяйте вот так. Первый урок делайте вот то-то, 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 второй то-то, то-то, то-то. Если урок у вас один, то расчасовка вы там тоже видите в книге для учителя, там всегда приводится сколько минут на каждое задание, и предлагается определенный алгоритм. То есть в классе вы делаете, например, там аудирование, чтение, естественно, говорение, а дома учащиеся пишут письмо, например, и делают лексику и грамматику. То есть, ну, я приблизительно рассказываю, потому что каждый раз там свое какое-то немножечко отклонение. То есть смотрите по рекомендациям, которые предлагаются в книге для учителя, потому что отдельные рекомендации для контрольных работ уже не упускаются, ну, как бы они маленькие, и печатать невыгодно издательству, а вы смотрите, вот книги в контрольных работах, они есть, да, там все и есть. Так, еще вопросы какие-нибудь там есть у нас полезные? Что-то я тут закрыла все, наверное. Куда все закрыла? Вопросы, да, Ну, рабочие программы, да, там, ну, наверное, там, да, уже приказ и все там такое, рабочие программы все есть на сайте, да, вы смотрите, и рабочие программы есть, авторские рабочие программы к начальному, да, блоку у нас, и авторская рабочая программа для старшей школы, для средней, для младшей, обязательно все вот это, все так и есть. Но я смотрю, дальше все отвечено вроде бы, да, больше вопросов нет, наверное, параллельно коллеги отвечали, все, да, авторские программы, да, тут... Да, можете использовать, главное, авторская программа, она, естественно, учитель может использовать эту авторскую программу и все такое прочее. Напоминаю еще раз, руководствуясь вот этим письмом, пожалуйста, заказывайте учебники, знакомьтесь с ними, еще раз посмотрите вебинары, которые проводила Наталья Михайловна, которые проводила я, да, Ольга Викторовна Дуванова, и которые проводила Юлия Николаевна Кобец, которая давала обзорный вебинар в декабре по учебникам 10-11 класса, где вы можете просто ознакомиться, какие там циклы, то есть что там вообще, как бы о чем там говорится, какая тематика, представить вот этот общий взгляд на учебники. Ну, спасибо большое, вроде бы больше вопросов смотрю. Ага, нет, все, спасибо большое, ждем вас на вебинаре в понедельник. Смотрите вопросы, пишите, если какие-то проблемы есть, задавайте. Все, спасибо.